Слушай, Маргарита, говори. Вот скажите, я по воскресенье вот у моего дедушки день рождения будет, ему 81 год. Вот. И ну, он очень хороший человек, добрый, много всего сделал в своей жизни, очень меня любил. Вот. Но Христа так и не нашел. Вот. И я хотела поехать к нему на день рождения и вот поблаговествовать, потому что у него уже такой возраст. Вот, и мне как-то вот скорбит, что он, ну, так и не пришел в церковь. Вот. Он мне иногда говорит, там, храни тебя Господь, вот. Ну, в общем-то, в церковь не пришел, рождения свыше не было. Что вот ему можно сказать на день рождения, как ему поблаговествовать? Да вы никакого влияния на него оказать не можете. Если был верующий, настоящий христианин, разговор по-другому шел бы, с ребятишками туда бы могла поехать. А так, что же ехать-то? Ну, поехать сказать ему, убедиться, что он неверующий. Умрет, теперь колотиться будете. Умрет, и никаких поклонов за него не делать. Он избрал себя, другим путем идет. Ничего нельзя сделать, потому что у него воля, которую Бог не отнимает. Все. Ну, так ему никто и не благовествовал. Я вот и хотела с детьми приехать, ну, вот побыть у них. Ну, побудь, вот, съезди, съезди. Слова сказать из Писания. Самое главное, вот почему он как бы добрый. Он вот, ну, всегда вот, ну, как бы говорит так о Господе, там, спаси Господи тебя, там, храни тебя Господь. Нет у него какой-то вражды или что-то такое, но он просто не знает Христа. Вот что ему можно сказать? Самое главное, самое важное. Вы фильм видели «Сбежавший из ада»? Нет, наверное. Посмотрите. Он говорит, хороший человек. Он говорит, в аду там много хороших. Много там. А, вспомнила, да. У нас тут вот одна поехала, главное, трое ребятишек, денег нету, я поеду. Там сказали родители, кто там ей квартиру подпишет. Я говорю, Света, не езди. Остатки денег растрясешь. Поехала, подписали, нет. Надо слушаться, когда говорят. Ехать-то незачем. Ну, если ты желаешь, съезди. А куда ребятишек, с кем оставишь? Ты ничего не выиграешь. Со мной. Нет. Со мной, почему? Все вместе. Ну, убедись, съезди. Съезди, потом посмотри, сколько у тебя было денег, сколько осталось. Я просто, знаете, не хочу, чтобы так получилось, что вот он умрет, и я как бы буду чувствовать... То есть заботитесь о своем авторитете? Ну, что? Буду чувствовать вину, что я... Вот, у меня неверующие братья, если он помирает. Братья помирают. Я никому не ездил никогда. Зачем ехать? Я не нужен там. Есть люди, которые желают. Я здесь вот с 3 часов утра, ночи, я все еще не на все вопросы ответил. Столько работы. Сейчас я сколько документов скинул показать вам. Видели? Там 37, кажется, документов. Ну и ты видишь, еще что есть. Стремись к тому, к высшему званию. Ответ один. Нежелательно, чтобы ты ездила. Ну, раз так, как хочешь, чтобы себя не упрекать, съезди, убедись один раз, и будешь спокойно сидеть дома. Съезди. Спаси Христос. Да. Так, никого больше нет? Ушел, отошел.